И сегодня Ляпис с песней «Воины добра», «Воины света», «Джа Растафарай», «Бьются до рассвета». Простая песня, 4 аккорда, в принципе, как всегда у Ляписа. Первый аккорд ля минор, АМ. Разберем сначала аккорды. Рубиновый, ля минор. Рубиновые части. Фа мажор, F. Солнце зарит. Соль мажор. Рубят злые, можно здесь? Рубят злые страсти. До мажор. Сжигают внутри. Опять ля минор. Прыгай выше неба. Фа мажор. Брат и сестра. Золотые. Соль мажор. Искры. Брызги. И до мажор. Костра. Второй. Как бы второй четверостишие играется такими же аккордами. Те же аккорды. И припев. Воины света, ля минор. Воины добра, фа мажор. Соль мажор. Охраняет лето, биться до утра. До мажор. Опять ля минор. Воины добра, фа мажор. Воины света. Соль мажор. Джа Растафарай. И соль септаккорд. Охраняет лето. Чтобы не усложнять, можно сыграть так. Соль мажор. Джа Растафарай. Соль мажор. Ой, соль. Да, соль мажор. Джи. Растафарай. Джи 7. Охраняй лето. Вот соль. Убираем мизинец и ставим указательный палец на первый лад. Первая струна.
получается соль септаккорд. Охраняет лето. Вот это все аккорды. И в проигрыше еще получается немножко добавляется другой аккорд. Ля минор. Ре минор. ДМ. Те же четыре аккорда, только вместо второго аккорда фа мажор F мы играем ДМ, ре минор. Играется на аккорде до мажор. Получается. С ноты с третьей струны. Третья струна свободна. Третья струна свободна. На второй струне первый лад. На второй струне третий лад. Первая струна свободна. Опять вторая струна, третий лад. Вторая струна, первый лад. Вот и все. Правая рука играет такой ритм. Можно как бы играть простым. Можно играть любым, каким вам нравится. Так как я сыграл такими, я покажу, каким играл я. Рубиновые части солнца за... Получается. Первых два удара я глушу. И когда мы делаем удар вверх, отпускаем аккорд. Простая песня, еще раз повторюсь, у Ляписа все такие, но заводная, такая очень она стрёмная. Спасибо всем, надеюсь, у вас всех все получится, я даже в этом не сомневаюсь и уверен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!